молодые дети Сталинграда. Все спрашивают всегда вот там, а чем же вы питались? И одна девочка недавно потрясла меня совершенно. Скажите, Борис Васильевич, а вот вам выдавали хлеб в Сталинграде детям больше, чем в Ленинграде? Вот до какой степени детки наши даже вот, а она уже была начинающим экскурсоводом в этом нашем музее. Он потряс меня просто. Оказывается, я прозевал, что мы плохо работали с ребятишками. Они ничего не знают, понятия не имеют. И удивляются, как это можно было спать в снегу. Как, я не знаю, так жалко этих ребятишек было. Эту девочку даже послал в туалет. Я сказал, знаешь что, иди в туалет, это школьное помещение. Я говорю, открой кран воды и подержи хотя бы минуту руки под этой водой холодной. А потом закрой, и ты поймешь, как тяжело было людям. Все участники этого фильма были детьми, когда война пришла в их город. Самому старшему из них было 13 лет. Волга, река, на которой стоит Красный Царицын, город Сталина, Сталинград. Сталинград за годы советской власти превратился из города песчаных бурь и пыли в город садов и парков, широких асфальтированных площадей и белых многоэтажных домов. Царицын был переименован в Сталинград еще в 1925 году. Прежнее название происходило от речки Царицы, впадавшей в Волгу. До войны город называли городом солнца и жемчужиной на Волге. Он утопал в сирене. Любимым транспортом у горожан был трамвай. В 1940 году в Сталинграде работало 126 предприятий, включая крупнейший в Европе тракторный завод. Перед войной в городе проживало 450 тысяч человек. Было интересно, когда уже при советской власти, мы собирались всей семьей пройтись на набережную, пройтись к Сталинграду, через Сталинград, пройтись к трамвайчику, это небольшой катер, который перевозил отдыхающих на большую косу перед центральной набережной. И здесь уже находилась вот эта группа, скульптура танцующих ребятишек, лягушки, из которых изливалась вода, и мы проходили мимо музея обороны. Наконец спускались вниз. Здесь дворец пионеров, он раньше назывался дворец имени Варейкиса, но Варейкиса потом арестовали как врага народа. Дворец прекрасный, гранитный дворец. Ну, в Сталинградскую битву, конечно, он не сохранился. И дальше уже на эти трамвайчики. Как было хорошо там, как было интересно. Наконец-то мы оказались на берегу этого залива, на берегу этой косы. И вот тут это было интересно. Патефоны у кого-то стояли и крутились, какие-то романсы исполнялись, какой-то танго. У нас не было патефона, но зато у нас был самовар. Нам подходили иногда, наливали там пирожки, пожалуйста, пожалуйста. Конечно, я услышал о войне. Конечно, я услышал о том, что напали без объявления войны и так далее, и так далее. Все это я слышал. Все это было страшно, но это все было далеко. Через наш город потянулись уже эвакуированные из Ленинграда, эвакуированные из Киева, из Ростовской области. Это были изможденные, усталые люди, которые прошли через все наши задонские степи. И единственное, что они просили пить, потому что они знали, что самим нам и есть нечего. Шли машины из-под Сталинграда и везли раненых. Их остановились эти машины, вереница машин разных. Остановились возле рынка и выносили. Кто-то сам выходил. Грязные бинты, забинтованные люди –
и ног, и рук. И все это мы бежали и смотрели. Ну, как это принято детям, все надо. И когда я все это увидела, это было первое потрясение вот от такого чужого горя. Как говорят, чужого горя раньше не было. Все друг другу сочувствовали, все друг друга понимали. И здесь, когда я увидела это, я без всякого молока, ничего я не взяла, я побежала домой. А мы недалеко жили, там, двумя улицами выше. И я бежала и рыдала буквально. Когда начались эти сирены, уже сначала были они редкими. Мы могли лечь спать и раздеться. Потом они стали частыми. Мы уже ложились спать, не раздеваясь. В чем гуляли, в том и ложились спать. И уже готовились к тому, что нам было где-то нам спрятаться. Бомбежка началась, как по рассказам мамы и бабушки, в июне месяце. Стали на город сбрасываться фугасные бомбы. И нас, детей, в подвал, а сами выходили на крышу. И сбрасывали вот эти вот фугасные бомбы на землю. Везде в плакатах, везде в разговорах обязательно сообщалось, что Сталинград никогда не сдадим, поэтому никакой эвакуации, поэтому никаких, так сказать, вот, переездов на ту сторону Волги. Сталин же, да, тогда говорил, что это, если мирные жители оставят город, солдаты не будут защищать пустой город, они защищают жителей. Вот понимаете, вот эта ставка была на это. 150 тысяч сталинградцев ежедневно выходили в степь на строительство оборонительных рубежей. К августу 1942 года число жителей Сталинграда, по приблизительным оценкам вместе с беженцами и эвакуированными из других областей страны, возросло уже до 700 тысяч человек. Я по-настоящему почувствовал войну, это 23 августа 1942 года. 23 августа был выходной день. Мы все гуляли на улице. И вдруг небо потемнело. Вроде полетели птицы большие. Бежим, говорим, там какие-то большие птицы летят. Вот. А небо было все... Черным было небо. Было очень много самолетов. И вдруг посыпались бомбы. Посыпались, знаете, как град с неба. Гул сильный, и самолеты, и это даже вот все глаза поднять, и свастика видно, и самолеты эти уже были с крестами, с немецкими. Буквально закрыли солнце. И кто-то крикнул из взрослых: «Ложись!» Я знаю только, что я села на корточки, накрыла голову буханкой хлеба, этой буханкой круглой, авоськой. И у нас папа был учитель. Вроде бы тогда не прививали нам веру, к вере не приобщали. Но когда страшно, я стала молиться. И как я молилась: «Матушка, владычица морская, спаси!» Что-то из сказки, что-то из былины. Я, конечно, лежал, дрожал. Меня прикрывали тела бабушки и этой тети Даши Верховской. Слышу, тетя Даша говорит: «Ой, какой ужас, Господи, сохрани нас, мы-то уж пережили жизнь». Ну, дети-то, дети тут при чем? Дети при чем? Бабушка крестилась, шептала какие-то молитвы, и так продолжалось несколько часов. Нам казалось, это продолжается, ну, вся вечность какая-то вот. Потом тишина. Причем очень резкая тишина, моментальная тишина. И какой-то запах пошел, запах гари, запах какой-то странный. Вот эти, ну, потом мне говорили, это от пороха, от взрывчатки. Вот. И когда мы вышли на улицу, я в первую очередь начал кричать, орать: «А где мама? Где мама?» Бабушка со слезами начала переворачивать некоторые трупы. Нет, 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 нет. После этого массового налета, когда мы вышли, то, знаете, города не было, не было нашего дома. Не было, были одни руины. Горело все. Горела земля, горели дома, горели камни, горели.
сыпали стекла. В общем, было очень и очень страшно. Мы свой город не узнали. Мы взглянули сюда, в сторону Сталинграда, центральной части, и мы не увидели того блестящего бело-красного, красный кирпич или белые новые постройки современных советского времени зданий. Мы не увидели. Мы увидели только пожарище, мощное пожарище. Нобелевский городок – это место, где находились цистерны, громадные цистерны, где все это разорвано было, нефть пошла, загорелась, и вся эта горящая вот эта вот масса, горящая нефти потекла вниз по течению Волги, и понятно, все корабли, пароходики, которые здесь попадались, лодки, вот, все это загоралось, все пристани, все это загоралось. Это было страшно. Столько народу погибло, столько было страшно. Даже вот патруль, который не прятался, от когда выли бомбы уже эти, маленькие, не маленькие, но нарубили народу очень много. Это было первое потрясение, конечно. И первое, что я, и на всю жизнь это осталось у меня, когда мы упали в погреб соседский, хороший погреб такой, кирпичом обложенный был, и лежали рядом с бабушкой, и она молилась. И я с испугу, я ни с чего, я никогда, у нас дома не было икон. У нас отец был таким большевиком, что у нас даже портреты Ленина и Сталина были в комнате в нашей. У нас одна комната в общей квартире была, до тракторном, до того еще, до 41-го. Она молилась Михаилу Архангелу. Я все запомнил до единого слова. И до сего дня я эту молитву помню. И она мне очень помогла. Я думаю, что вот с этой молитвой, которая с этими первыми бомбами вошла в меня как-то, вот такая силища непреодолимая, которая и есть, все-таки существует, которая все решает. Бомба попала в щель, которая была у соседей, буквально, извините за нашим туалетом, прямо в щель. И не осталось после этого удара ни щели, ни людей. Через какой-то промежуток времени повздыхали, посочувствовали, постонали и все-таки разошлись, остались только близкие, родные. Я помню, как уходил от этой воронки, и отойдя, может быть, десятка-два шагов, натолкнулся на чайник, лежащий на земле. Он просто отбросил этот чайник в сторону. Запомнилось это эмалированное дно, ручка. И вот в таком состоянии прошел всего 5-6 шагов и услышал именно вот это слово «ручка». Ну, думаю, тоже, может быть, кто-то чайник встретил. А потом увидел, что эта ручка совсем не от чайника, а детская ручка. Мы хотели переправиться через Волгу. И, значит, решились в такой затишье, решили пойти к Волге. На Волге стояла баржа, которая грузила солдат, ранен, переправлял на ту сторону. Но было очень много народу. Но кто успел, сел на эту баржу. Мы не успели. Наверное, нам повезло. Бог, наверное, нас спас. Эту баржу разбили. Прямо на Волге. Немцы разбили. Они бомбили Волгу. Вот. Мы вернулись. Вернулись снова в этот свой подвал. Можно было бы никому теперь не объяснять, а любознательных было много, почему мы не ушли на Волгу, почему мы не эвакуировались, почему мы... У нас была тяжело больная бабушка. Оставить ее ни дед не мог, ни мама не могла, дочь ее старшая, ни младшая, тем более, моя ровесница Клава. Дед все время говорил одно и то же, не сдадут наши, не сдадут Сталинград, пока Сталин жив. Вот одно и то же.
А в соседнем блиндаже лежали два тяжело раненых в перевязках, там в гипсе, не в гипсе, но дед туда бегал постоянно и носил им сигареты моего производства. Я ножницами по металлу резал табак, который во дворе у деда рос. Дед курил страшно. А он к ним бежит потом. И вот он однажды бежал оттуда. Его застрелили немцы. Они уже где-то рядом были. А может быть, снайпер далеко стрелял. 120 метров от нашей щели стояла передовая. Все это. Почему мы так долго жили-то в этой щели? Мы и на Волгу не могли уйти. Там были только сплошные братские могилы. Все овраги были завалены жителями. Весь берег. Дед лежит убитый прямо у входа в щель. Ночи три, наверное, бабушка разговаривала с ним в бреду, конечно. А бабушка умерла на третий день после, как дедушку застрелили. Мы завернули ее, конечно, зарыть мы ее никак не могли. Завернули ее в одеяло, на котором она лежала. Наковыряли земли немного со стенок, с Клавой. Ну, не плакала ни мама, ни Клава, ни я, ни мы не плакали. Мы просто, по-моему, какие-то деревянные сделались. И мы сидели практически на ней, потому что больше негде было сидеть. И вот говорят, да вас эвакуировали. Нет, нет, не эвакуировали нас. Невозможно было подойти к берегу. Вот когда хоронила бабушка моя, а я спускалась, бегала по Волге. И вот солдаты, ноги у них на берегу, а голова к воде. Примерзшие, их нельзя было оторвать. Понимаете? Примерзли они, да, потому что суровая зима была. Эвакуация, я не знаю, может быть, в других районах. Но вот где мы были, пекло, это невозможно. Никакой переправы не было. Жил с нами один дедушка в семье там. И он решил нам испечь лепешки. Вода, мука. Вот слепить и сделать нам лепешки. Поставил там камушки во дворе, поставил железный такой лист и пек на этом листе пек нам лепешки. И вдруг самолет пролетел. Мы уже знали по звуку. Наш самолет, немецкий самолет, уже определяли. Пролетел самолет и ударил. Бомба попала прямо во двор. И его, знаете, как ветром сдуло. То есть его не оказалось на месте. Вот. А потом мы нашли его в стороне, но он уже был мертвый. И так мы сидели вот в этих окопах, в этом окопе до сентября. В общем, пока вошли немцы. Когда они шли, а собаку он отпустил, овчарка была собака. Собака набросилась, понимала противника, на них, на немцев. Немец с автомата ее убил. А потом дед стал ругаться с ним, ему 72 года. Он, конечно, убил и деда. Когда нас грабили, полицейские или там кто-то, и когда я выскочила, ребенок, зачем это, вы не трогайте нашу маму. Это. А, немецкая морда, вот как я назвала. Не трогайте нашу маму, немецкая морда. И в это время раздался выстрел. Мама меня схватила и прижала к себе. И она, я когда посмотрела, у мамы вот вся эта левая сторона, она стала белой. Понимаете, женщина в 45 лет была черная, ни одной волосинки не было, а это стало белое. Она посидела в это время сразу. Моя сестра, ей было в то время 14-13 лет, это двоюродная сестра. Она снабжала водой и солдат, и нас. И однажды она вышла из окопа и ее убила. Мама с тетей растапливали печь, разорвался снаряд. И в тетю попало 12 осколков. И от полученного ранения тетя скончалась. Мама же была контужена. Нас стали выгонять из... Ну, со своих домов. Мама говорит, ну, пойдемте простимся со своим домом. Вошли, у нас дом был, ну, как большой, рубленый такой, вот там 6 комнат. Вошли, и мама держит маленькую на руках. Мы стоим, втроем мы были. А потом
На полу елочные игрушки, окна разбиты, в общем, все-все-все. И маленькая сползла у мамы с рук и подошла к елочным игрушкам. И присела. И вдруг топот. Топот по крыльцу, забегает два фашиста, и, значит, с автоматами, ну, как они ходили, с засученными рукавами, с автоматами наперевес. И вот так вот, вот забегает, и пробегают мимо нас, эту прихожую здесь, в прихожей, и смотрят там в зал, в общем, они осматривают дом, так, как мама поняла. И он второй, когда бежал за ним, и зацепил коробочку с елочными игрушками. Девочку толкнул, девочка присела, маленькая же, она присела, заплакала, мама бросилась к ней. И мама так и не вспомнила, или она за коробку зацепилась, толкнула коробку, или она по ноге фашиста, что он начал стрелять. Вот прям как вот, вот разворачиваться и стрелять к выходу начал. Так остались там эти от пуль места. Но не дошел до мамы, мама по другую сторону стояла. Но мама присела, в общем, опять потеряла сознание, белая, вся бледная. Я к ней бросилась, с улицы прибежали ребята, эти старшие. В общем, эти вышли и ушли, немцы. А мы еще долго сидели, плакали, рыдали, прощались с домом. Они не арестовывали, они выгоняли все. И сами люди даже, извините, многие, хотели убежать из Сталинграда, потому что бомбят, бомбят. Немцы, да? Но бомбят и наши в ночное время, наша авиация. Так мать нас, разве станции ЧИР Бога не просила, чтобы бомбу нам на голову на всех и нас хоронить не надо? Я говорю, мама, ты что говоришь? Не надо просить Бога. Нас немцы убьют. Она, а почему ты так говоришь, сынок? А я говорю, а потому что у них на ремне написано «Gott mit uns». Бог с ними, а не с нами. Она неграмотная, ей трудно доказать, значит. Гнали, как скот. Я болел, жутко болел, температура была, весь закрытый был. И слышу разговор, что и потом мне сказали о том, что немцы отнимают детей у родителей, у бабушек, дедушек, и грузят в отдельный вагон, чтобы куда-то отдельно отвезти их. Крик стоял жуткий. Вот, наконец, вот эта вот группа немцев с автоматами, как говорили, значит, взрослые, с ними был офицер, еще там кто-то был, подошли к нам. Им сказали, что мальчик больной. Мальчик есть, да, но больной. Ну, видимо, и другие тоже самые как-то маскировали своих детей, этому не верили. Поэтому, говорит, немец подошел, открыл вот это вот одеяло и действительно увидел ребенка в температуре, больного. И закрыл, брезгливо начал, значит, руки отряхивать там и так далее, и так далее. То есть вот эта болезнь, воспаление легких, меня, я именно этой болячкой заболел, меня это спасло. Но не спасло от эвакуации дальше. Вот. Белая Калитва – это страшное место, куда свозили всех людей из завоеванных, так сказать, из-за оккупированных мест. Вот туда нас и везли. В простом телячьем вагоне, где было так плотно, что люди только могли вот так вот присесть. А если кто-то хотел там из старых прилечь, то просил как-то потесниться других, ну, болели кости, понятно. Кормили, нас кормили, несколько раз останавливалось. Это был чай, то есть простая вода, кипяток. Вот. Это был суп. Это кипящая тоже вода, куда бросано было, наверное, несколько горстей муки. То есть что-то мутное такое было. Вот. Умерла бабушка одна. И на изгибах, когда поезд поворачивался, было видно соседнюю сцепку, и там сидели немцы с винтовками. Вот. И наши начали объяснять, что вот умер человек, надо остановить, похоронить там и так далее. Те только смеялись и показывали на стволы своих ружей. Вот. Пришлось, ну что делать? Тоже прочитали за покойную молитву, скрутить ее, завернуть ее в одеяло и просто на ходу бросить какой-то вот на ходу. Ну что, молились, просили прощения у Бога, что вот так вот хоронят русского человека. Но вот так получилось.
Старики, женщины, дети, спасая свою жизнь, уходили из Сталинграда. В городе шли бои. Его обстреливали и бомбили. Кто уходил сам, прятался где мог. В основном в степных оврагах. Других гнали немцы в пересыльные лагеря. Оттуда путь крепких, молодых и здоровых лежал уже в Германию. Я не помню, куда мешочек мой делся, который мама мне повесила на спину. Рюкзачок такой из сумки. Залез в какую-то, я помню, землянку, занавешенную одеялом. Там женщины утащили доску со снегозадержания. Такие щиты стояли. Ломали чуть не зубами эту ледяную доску и делали щепки. И с детьми там задыхались и грели. Меня выкинули оттуда, конечно, как чужого. Во-первых, я уже не совсем маленький был, мне уж 13 лет было. Мужчина выгнали на улицу, вытолкнули. И я там прижался к какому-то столбу так, и звезды я считал, лежал. Столб этот пел свою песню, провода от мороза. Как я не замерз, я не знаю. Я не знаю, нога вот примерзла к столбу, так больная теперь, через столько лет, аж не верится. Врачам говорю, они так пожимают, может быть, может быть. Утром, когда все-таки надо было двигаться, кое-как я зашевелился, вот все люди, которые вокруг костров сидели, покрыты инеем, замерзли, лица фарфоровые. В общем, все эти, кто пришел вчера, были уже покойниками. Что мы ели? Вот глину мы сосали, шоколад был для нас. Вот, вы знаете, я сейчас, вот сколько я нахожусь на берегу Волги, я нигде не веду эти пласты. А тогда вот прям пластами лежал коричневая такая, как шоколад. И когда ее начинаешь сосать, какой-то вкус, вот вкусная она была. А что мы только не ели? Все. Весной, начиная с акации желтой, нектар сосали. Белая акация попозже, солотик. Даже вот калачиком мы называли траву, в которой мы сначала играли, а потом взвешивали их и съедали. Когда началось контрнаступление, нас тоже достали, потому что мы практически были на передовой. Вот все мирное население на передовой. Потому что немцы нас бомбили и били, когда входили, а когда освобождали, тут уже и наши не разбирали. А как они будут разбирать? Они же немцев выбивали, ясное дело. Бомбят немцы, да? Но бомбят и наши в ночное время, наша авиация. Когда вошли наши, стучат. Стучат, это уже это... Февраль наступал. Стучат в двери окна, а боимся открывать. Старшие боятся открывать, потому что такой слух прошел, кто остался у немцев, так называли, остался у немцев, то того тоже будут наши расстреливать. Нас все собирались расстреливать. И потом, значит, кричат: «Да что ж вы не открываете, мы же свои!» И когда вошли, этих нельзя было не запомнить. В белых полушубках, в таких вот, с автоматами, в шапках, в сапогах. Это сибиряки, которые шли вот с той стороны, с южной, что ли, будем говорить, с юго-западной, вот так стороны. Вот. И когда открыли, когда они вошли, стали обниматься старшие, целоваться, и нам всем маленьким раздали по куску сахара. Шесть дней. С 23 по 29 августа 1942 года 1200 самолетов начали утюжить город. До этого человечество не знало таких масштабов уничтожения гражданского населения. Жертв было больше, чем за целый год фашистских бомбардировок Англии. Больше, чем при американских бомбардировках Дрездена,
Больше, чем при ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. В дни бомбежек в Сталинграде погибло 40 тысяч человек. Но есть и другая цифра – 70 тысяч. После сентябрьской эвакуации, по оценочным данным, в городе, когда пришли немцы, оставалось более 200 тысяч человек. После освобождения первый секретарь обкома записал: «В городе осталось 10 тысяч жителей, из них 994 ребенка». Предисполком одного из районов вспоминала: «Мы ходили по маленьким тропкам среди мин и встречали людей, которые потеряли память, людей, боявшихся собственного голоса. Смотришь на человека – фигура мальчика, а виски – белые». После войны на нашей улице только осталось два дома. Мы, мама, я и младшие, до 57-го года жили в землянке. Каждый день взрослые уходили помогать солдатам. Оставались в окопе дети 3-4-5 лет. Это мои братья и сестры. Я лежала два вырытых столбика около печи, и на этих столбиках была доска, и на этой доске я лежала. Ну, видимо, возилась-возилась и упала на эту печь. И так я жарилась, в кавычках, на этой печи до тех пор, пока не пришли родители, ну, или кто-то из взрослых. И меня сняли с этой печи. И, конечно, я получила сильные ожоги. Но лечить в то время было нечем. И поэтому кто-то из взрослых оставался в окопе, и меня носили по этому окопу прям совершенно голенькой. Пока нам карточки дали уже через сколько-то времени, это летом, когда стали хлеб давать уже по карточкам, мы уже тоже продолжали голодать. И притом приключились, тут еще присоединились к нам болезни. Малярия. Старшая сестра заболела тифом. И здесь уже наши войска вошли, и госпиталь стоял. Ее в госпиталь туда положили. Она заболела тифом. А мы все малярией. Мне подарили валенки. И вы знаете, вот у меня даже... Я хотела фотографию-то принести вам, но не могла ее оторвать, это, в альбоме она у меня. И я вот так выставила эту ногу, чтобы, когда нас фотографировали, во втором классе я училась. И меня, значит, выставила ногу, чтобы видели, что у меня валенки новые, понимаете? Как я ее выставила, сама говорю: не меня, а мои валенки покажите. Сталинград – это не только высокий героизм наших воинов, но еще и трагедия гражданского населения. Трагедия детей, стариков, женщин. В одночасье, оказавшись на линии фронта, они 5 месяцев выживали под пулями, снарядами, бомбами. Подчас не только вражескими, но и нашими. Выжили немногие, это известно. Неизвестно только точное количество жертв. По очень приблизительным оценкам историков, их было 200 тысяч. Когда я была в Ленинграде первый раз, это уже замужем, я остановилась случайно у объявления. Доска за стеклом, и там написано: по этой улице нельзя ходить. Обстрел. Это я своими словами уже говорю. А я почему-то остановилась и вспомнила: боже мой, а ведь у нас и не было улиц после 23 августа. У нас не было. У нас негде было спрятаться. Первый удар по мне нанесли наши органы власти, когда я приехал в Одессу поступать в высшее мореходное училище. Уже мы были в Сталинграде, но не в самом Сталинграде, а есть хутор Сахарный напротив Красной Слободы.
Вот там я закончил 10 классов очень успешно, значит, и у меня забрали документы и сказали: вы нам подходите. Вы откуда? Я говорю: из Сталинграда. О, Сталинграда, в Одессе, это... они тоже, там бои у них сильные были. На второй день пришел, они говорят: мы вас принять не можем. Почему? А вы у немцев были. Я говорю: не был я у немцев. Я не был у немцев. Сынок, не заводи нас в заблуждение. У нас существуют специальные органы, которые все это контролируют. Но давайте тогда искренне говорить, последовательно. Вы говорите мне, что я у немцев был, а я вам говорю: немцы у нас были. Я из Сталинграда, из Сталинграда, вы понимаете? А я была член горкома комсомола, член обкома комсомола, член обкома профсоюза была. То есть я везде была активисткой. Вот. И то, что мы были у немцев, нельзя было говорить это. Путин приезжал на открытие танцующих детей. Я смелилась к нему подойти и сказать: Владимир Владимирович, вот сейчас поздравляли и скульпторов, и поздравляли всех, но не дали слова хотя бы одному из выживших в ту ужасную войну, хотя бы одному из детей военного Сталинграда. Он промолчал, а я попросила сфотографироваться. Давайте хотя бы сфотографируемся. Могу устроить вот сейчас здесь детей живших. Это уже поколение прошлого, а вот мы такие выросли. Давайте с нами сфотографируемся. Ну, давайте. А я повернулась, даже детей-то военного Сталинграда. Да это можете потом упустить, это я просто как это самое говорю. Даже не подпустили. Мне уже 79 лет. Я, конечно, очень довольна. Я и работала неплохо. Начальник плана отдела была 30 лет. Работала неплохо. У меня дочка с мужем. У меня 2 внука с семьями. У меня 3 правнука. Вот, наверное, благодаря тому, что вот они меня поддерживают, я еще живу. Я очень горжусь ими. И, как сказать, довольна. Дай Бог им здоровья всем. Ну, и мне пожить. Очень хочется жить. Поскольку не было детства, не было юности. А сейчас очень хочется жить.